Полицейские Анапы задержали подозреваемого в краже из автомобиля. Им оказался 25-летний житель Анапы. Он уже дал признательные показания. Мужчина, увидев незапертый кроссовер, припаркованный на улице Гребенской, решил воспользоваться ситуацией. Из автомобиля он похитил имущество на 7 500 рублей. Видеорегистратор успел продать, остальные вещи уже возвращены забывчему владельцу Kia Sportage. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса, санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. До суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.